Ну и всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня мы будем призывать 6.13. Это по правде никакого подвоха. Ну, давайте приступать к ролику. Все кратко расскажу. Маленький мальчик лет 6 скачал Chicken Gun. Как только он узнал про эту игру, он ее на нее нажал загрузить. Она загрузилась у него после этого. Он захотел создать сервер, и он не получалось писать, он не умел писать. И из него написал Т9 под названием 6.13. Он зашел, начал строить домик, а на следующий к нему зашел 6.13. Ну и на следующее утро его не стало. А в галерее нашли вот это вот жуткое фото. Давайте проверим. Странный миф, конечно, но слушайте, мне кажется, он 100% придет. Раз мальчик пропал из-за этого мифа, значит и он пропадет. Ну, то есть и я. И он придет. 6.13 создаем данжес. И чё? У нас не создается. Ладно, давайте попробуем. Например. О, приди. Так, и здесь тоже не создается. Может, видео написать? Давайте видео напишем. Так. Видео. Все, создаем. Фух, мне уже что-то стрёмно. Ладно, давайте создаем домик, потому что так было сказано в мифе. И давайте. Вот через 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Так я так и знал, блин, я так и знал. Через 5 секунд стрёмный чикен появится. Вот я так и знал. Просто. Блин, мне стрёмно реально. А куда идти, господи, куда идти, куда идти, куда идти? Фух, ладно. Заспамкую дощечку, зачем такую маленькую, ладно, чё? Он шевельнулся. Пожалуйста, не иди ко мне, пожалуйста. Просто, пожалуйста, не делай эту штуку. Просто. И он сейчас стопудово возьмет какую-нибудь нашу плитку. Просто давай, возьми нашу плитку, просто пыжи, и поднимись к нам. Ну чё, почему у тебя не получается 6.13, господи? Ладно. Зачем мне 6.13? Теперь натекаем отсюда. Блин, он за нами бежит, он за нами бежит, да ну нафиг. Что он напишет в чате, плиз. Орды. Короче, я не шарю в английском, но это очень стрёмно, это очень... Чё-то, блин, это для хайпа очень полезно. Чё я так радуюсь? Если, смотрите, если завтра я не выложу видео и ничего не сообщу в Телеграм, значит, я пропал. Всё. Это значит, я пропал. Всё. Ладно, давайте. Чё делать? Может, багом воспользуемся? Хотя, блин. Ну ладно, всё-таки багом надо. Давайте. Это раз дощечка, два дощечка, три дощечка, половина человечка. Сам придумал эту басню. Всем пока и до свидос. Это знает каждый короче, пофигу. Так, 6.13 я нигде не вижу, давайте заспавним. Какой заспавним? Достанем винтовку, смотрим, здесь ничего нету. Так, а здесь тоже ничего нет. Ну, блин, ну, здесь вообще не... Вот, он здесь показывает на сервере. Ну, где он может находиться? Просто где он может находиться? Фух, так, ладно, давайте. О, он там! Откуда он там взялся? Господи! О, здорово! Он что, не настоящий? Он, походу, не настоящий. Ну, что, здорово, 6.13? Что ты... Что ты делаешь? Ой, ой-ой. Только не иди сюда, пожи, не иди сюда, 6.13, господи. Угу. Понял. Ой, вот там, как он там оказался? Ты куда за нами идешь? Просто. Да блин, ты тупик, все, взлетаем куда-нибудь. Фух, вот сюда вот на дощечку. Надеюсь, он что? Угу. Сваливаем, просто сваливаем сервера. Это как вообще возможно? Я... Пока!